Не нужен нам пляж, дайте тепло в квартиры. Жители Темиртау отвергли план властей по благоустройству набережной и потребовали отремонтировать теплосети. Всему власти готовы потратить около 2 миллиардов тенге на благоустройство городского пляжа и не спешат решить проблему с теплоснабжением, узнавала Людмила Батюшкина. Казалось бы, нонсенс. Акимат задумал сделать для жителей города живописную набережную на Самаркандском водохранилище с парковкой, пешеходными и велосипедными дорожками, детскими игровыми комплексами. А горожане против. Люди заявили, что сейчас им важнее тепло. Больше половины отопительного сезона ТЭЦ не догревает воду. Нам пока не нужен пляж, потому что у нас больше времени зима, и мы будем мерзнуть. Наши дети мерзнут в школах, в садиках мерзнут. В прошлом году потратили 4 миллиарда тенге на главную теплотрассу города, но делали ее аврально в последний момент. Да и сейчас на ней аварии. После всех проблем последнего года жители Темиртау теперь не просто верят презентациям властей, а перепроверяют каждый проект, следят за выделением и расходованием бюджетных средств. Сейчас в суде города Темиртау идет процесс по иску жителей к акиматам города и области по срыву отопительного сезона. В отделе ЖКХ Темиртау ответили, что теплотрассу этим летом доведут до ума. Проект двухгодичный. И реализуют еще 5 проектов по ремонту тепловых магистралей. Но заменить одновременно все 425 километров сети невозможно. Не только у нас проблема по системе теплоснабжения и по всему Казахстану. В связи с этим у нас весь Казахстан, скорее всего, начнет проводить ремонтные работы. Не хватит ни специалистов, ни техники. Да и чтобы разработать новые проекты, еще год потребуется. Набережную же уже давно просит молодежь. Проект рассчитан на 2 года. Пока выделено только 100 миллионов на очистку озера. Проблемы же ТЭЦ должен решать ее владелец ArcelorMittal Темиртау. Акимат туда вмешиваться не может. Людмила Батюшкина, Ирина Ненашева, Информбюро, Карагандинская область.